вечора. Я Олександр Положинський, і це нова програма на каналі М2, яка називається «Моя музика». Від сьогодні, щосереди о 22:00, ми будемо виходити в ефір, щоб поговорити про різні актуальні і цікаві проблеми, які стосуються функціонування української музики та інших питань українського шоу-бізнесу. Для того, щоб нам було веселіше, у нас завжди в прямому ефірі буде жива музика. Сьогодні це мої друзі і колеги, і земляки з Луцька, гурт «Фіолет». Готуйтеся, сьогодні вони співатимуть для нас наживо. Ну і, звичайно, для того, щоб обговорити ті питання, які ми хочемо обговорити, нам потрібні гості в студії. Гості, які вміють говорити і знають, що сказати на задану тему. Сьогодні я би хотів вам представити цих гостей. Це люди, які в своєму ділі відомі фахівці, але сьогодні вони будуть говорити про якісь інші теми, які ми будемо обговорювати. Щоб нічого не наплутати, я спробую зачитати. Генеральний директор Українського агентства з авторських та суміжних прав Дмитро Костюк. І ще тут складніше, голова авторської ради Громадського союзу авторів і видавців музики Юрій Нікітін. Чому я зачитував оці всі назви? Тому що я вас знаю як продюсерів теперішніх, діючих і колишніх продюсерів, артистів і музичних колективів. Але сьогодні, я так розумію, ви представляєте в дещо незвичному для широкого, принаймні, загалу амплуа. Отож, ще кілька слів для нашої аудиторії. Оскільки ми хочемо залучити вас максимально до того, що відбуватиметься в студії, ми ведемо пряму трансляцію того, що відбувається, на Фейсбуці, на офіційних сторінках каналів М1 та М2. І якщо ви там залишите свій цікавий коментар, то, можливо, ми зможемо його оприлюднити. А якщо у вас будуть цікаві питання, можливо, вони навіть пролунають у нашій студії. Тим не менш, як би там не було, будуть ваші коментарі, будуть ваші питання чи ні, хочеться розпочати про тему нашої розмови. Тема дуже складна, тому що мені здається, що за 25 років незалежності України ми так і не налагодили роботу у цій сфері. Сфера авторських відрахувань або роялті, як це називають іншим словом. Я нічого не плутаю, хлопці? Авторські роялті, правильно. Авторські роялті, які в усьому світі складають ну, чи не половину всіх добутків артистів та інших творчих особистостей. На жаль, в Україні це не так. І от чому ми, власне, і хочемо сьогодні поговорити на цю тему. Головною причиною для дебатів, які виникли нещодавно, дуже активно, і навіть можна їх назвати баталіями, ці дебати, стало те, що готується прийняття в Раді законопроекту, власне, які і стосуються авторських та суміжних прав. Про сам законопроект ми поговоримо трошки пізніше, але для початку, я думаю, що варто було би обговорити, що таке роялті. Кілька слів, буквально, щоб аудиторія зрозуміла, що таке авторські суміжні права і як система працює в Україні зараз. Що у нас є по цьому питанню? Дмитро? Да. Добрий вечір. Система авторских роялти – это система отчислений от так называемое авторское. Все, что вы везде слышите, звучит музыка в кафе, барах, ресторанах, по телевизору, по радио. Отчисляются авторские отчисления. Так называемая авторская публичка. И эти отчисления собираются организацией коллективного управления, которая… Собственно, ее должна выплачивать авторам и правообладателям, то есть издателям. Все, на самом деле, казалось бы, очень просто, но в нашей стране за 25 лет ситуация сложилась, я бы сказал, катастрофическая, и фактически уже еще немножко, она, в общем, приведет к коллапсу этого сегмента. Ну, катастрофичная ситуация в чем полягает? Катастрофічна ситуація полягає в тому, що дійсно у нас в країні існує 20, я не знав, що Юрій прийде сюди не як Юрій Нікітін, а як голова авторської ради, якось нову, яку я так зрозумів. Тобто вже, значить, 20 організацій колективного управління, які між собою дуже активно конкурують. Тому потенційні платники авторських роялті це використовують, щоб платити мінімальні якісь відрахування. Тобто ви вважаєте, що головна проблема в тому, що занадто багато організацій є, які цим займаються, і це вносить такий певний хаос, елемент хаосу. Це основна проблема, чому автори і іздателі у нас не отримують авторських роялті. Наскільки зрозуміло, пан Юрій Нікітін
мають протилежну точку зору і вважаю, що... Ні, я якраз согласен з Дмитрієм, у нас дійсно не лучшим образом складається історія. Тобто в цьому питанні ви абсолютно не опонент? Да, у нас слишком много організацій, многие из них непонятно, как вообще получили лицензии. Но прежде чем начать этот серьезный разговор, я хотел бы поприветствовать эту замечательную аудиторию и поблагодарить вас за то, что вы готовы обсуждать такие серьезные темы на самом деле. Это очень серьезная тема. Эти все темы стосуются всего, разных сфер функционирования украинской музыки, а на них чомусь суспільство, и в том числе телебачення, и засоби массовой информации іншого формату не звертають великої уваги. Потому что тема сложная, в ней непросто разобраться, и очень многие из людей, которые высказываются по этому поводу, они подменяют понятия. То есть они путают авторов и путают телезрителей. И это очень большой респект вам за то, что вы эту проблему решили поднять. И потому что от этого на самом деле зависит вообще музыкальная индустрия. И не только музыкальная индустрия. И развиток, и всего. И двинется майбутки, вперед, да? Или останется на том же месте, или... направиться назад. Давайте до цифр перейдемо, якихось конкретних. До цифр, собственно, я решился год назад, меня убедили возглавить Украинское агентство с авторских суммежных прав. Я согласился с одним условием, что мне дадут делать то, что я считаю нужным, для того, чтобы на базе УАСПа выстроить систему. Потому что у нас нету рынок хаотичный, сложно его даже назвать рынком. Поэтому я, собственно, этим и занимаюсь в УАСПе. Щодо цифр, да, збирают все 20 организаций, щось в районе 60 миллионов гривен всего лишь. За рік? За рік, да. Из них УАСП собрал в прошлом году... УАСП – это организация, да, где я ее зараз реформую. Зібрало в прошлом году 40 миллионов гривен. В этом году, несмотря на все сложности, мы идем на рекорд. И в конце года я объявлю, наверное, очень интересную цифру. Но глобально... Зараз еще вы не готовы? Ну, мы ориентируемся, что где-то не меньше 45 миллионов у вас соберет. Чуть позже я расскажу, что мы уже успели сделать. Собственно, еще 15 миллионов собирает еще одна организация. И остальные собирают там по крохам. Ви збираєте і потім маєте розподілювати між артистами. От яким чином це відбувається і скільки там артисту чи автору дістається з тих всіх грошей, які ви зібрали? УАСП – це єдинна організація, авторська організація, тобто, яка збирає авторську публічку, а всі інші іздателі, рекорд-компанії і автори приходять за цією авторською публічкою в цю організацію. Тобто, безпосередньо самі мають автори звертатися до вас? Чи ви якось на них виходите? У нас около 5000 українських авторів, і ми представляємо всіх світових авторів, це ще порядка 4 мільйонів авторів з усього світу. Тобто, ми закриваємо, в принципі, 97% всього авторських прав, які звучать в Україні. Локальний репертуар, часть є у якихось наших рекорд-компаній. Їх не так уж і багато, чуть позже, якщо цікаво, я розкажу. Я перепрошую, Юрій, а ви можете хоча б так приблизно назвати цифри, скільки артистів вашої компанії отримують? Ви знаєте, я коли ми зараз готувалися к ефіру, дуже чітко спросив у редакторів, о чому пойде річ. Тому що, судя по тому, як ми почали, ми говоримо зараз об одній організації. А я би хотів трохи повернутися в плоскость законопроекту готовлющегося. Ми до цього ще підійдемо. Ми просто хочемо з'ясувати спочатку, що відбувається зараз і як ми хочемо змінити. Хорошо, давайте. Тобто для того, щоб зрозуміти, що те, що зараз не дуже добре, треба сказати, тому що артист от такого масштабу отримує ось таку невелику частку. Проблемних моментів на самом деле багато. Одна з них – кількість організацій. Так. Вторая – неефективна робота кожної з цих організацій. Третье – неправильное распределение денег и так далее, и так далее, и так далее. Не только количество. Угу. И вот Дмитрий сказал, что только УАСП собирает авторскую публичку. Это неправда. Много организаций имеют возможность и делают это, и выплачивают это. То есть УАСП – одна из остальных организаций. То есть их 19, говоришь неправду. Их 19. Кто собирает еще авторскую публичку? Их 19. И многие из них, я просто
как бы вы поймете, почему я об этом говорю. Mm-hmm. Я, как бы мы немножко не с той стороны зашли. То есть УАСП одна из организаций, но в отличие от остальных организаций, она государственная. То есть это государственная организация, которая перешла со всем ворохом проблем. Что, много в ней хорошего, и то, что говорит Дима, так и правда, он реально с его приходом ситуация улучшается, но как бы много хорошего, много плохого, дискуссия. Я перепрошую, Юрій, всі інші організації, це організації... Частні організації, приватні. Приватних осіб. Можна я об'ясню, якщо ви дозволите, я буквально 2 хвилини просто об'ясню, що таке організації колективного управління. І як це працює во всьому світі. Ні в одній країні світу коллективным управлением не занимается государственная организация. Это первое. Что такое коллективное управление? Это когда мы все с вами, авторы, правообладатели, издатели музыки, собираемся вместе, у каждого из нас есть права, мы приносим эти права в одно место общее и говорим, вот в этом месте будут храниться наши права, и мы сами будем ими управлять. Мы будем назначать менеджмент, мы будем определять правила игры, мы будем устанавливать процент комиссии, комиссионный процент, который эта организация должна взимать с каждого из авторов. Мы все это делаем коллективно. Мы коллективно управляем нашими правами. Ну, это основа... Вот, зараз есть несколько людей, то, о чем говорит Дмитрий, я просто, поскольку мы начали про УАСП. Это, Юра, ты про теорию говоришь, к сожалению, которой у нас пока нет. Я говорю про теорию. То есть я говорю о том, как это работает во всем мире и что такое организация коллективного управления. Просто чтобы все понимали, менеджмент отчитывается ежегодно, ежеквартально перед авторами. Авторы ежегодно собираются, имеют право переизбрать менеджмент, директора, главу наблюдательного совета и так далі, і так далі. Всім процесом рулять автори. В цих 19 недержавних організаціях так все відбувається. Організація, яку представляю я, так. Вона називається «Общественный союз авторов и издателей музыки», де я є глава авторського совета. Іменно так і відбувається. Іменно так і відбувається. Чесно говоря, не вона називається «Общественный союз авторов и издателей музыки». Авторов и издателей музыки. Это вообще что-то новое. Это какая-то новая организация. Конечно. Мы эту организацию стали организовывать, простите за тавтологию, именно тогда, когда поступила директива от Евросоюза. То есть на самом деле это очень серьезный процесс, который оговаривается на международном уровне. Управление правами в Украине обговаривается на международном уровне. И есть директива Европейского Союза, где выписаны нормы, которым эта организация должна соответствовать. И УАСП не соответствует этим нормам. Угу. Собственно, я для этого и пришел в УАСП, чтобы менять, его реформировать. И тот законопроект, который УАСП поддерживает, и поддерживает группа других товарищей, не соответствует этим нормам. И я буквально несколько недель тому назад принимал участие в круглом столе, где были представители аналогичных организаций, кинематографисты, представители Европейского Союза, представители американского правительства, которые сказали, тот законопроект, который вдруг возник, но это мы вернемся позднее, он является недопустимым. Говорим, давай, я так понимаю. Дмитро, я десь чув, чи читав, чи мене готували до програми, що ви вважаєте, що оці всі консультанти, про яких там, чи фахівці з Європи і з Америки, про яких говорить Юрій, що це не зовсім... Фахівці і не зовсім... Чи це неправда? Чи це на вас розповсюджують неправдиву інформацію? Я займаюся реформуванням УАСПа. І стратегічно у нас з Юрієм немає ніяких розногласій. У нас є чуть позже по поводу законодавства. Тобто фактично... Я вважаю, і світова практика, Юрій немножко сманіпулював, говорить о том, що... Организации, которые коллективные организации по управлению, авторские, их основателями являются исключительно авторы той страны, в которой эта организация есть. В нашей ситуации
УАСП, я вижу реформацию УАСПа таким, что за основниками должны зайти украинские авторы. Тобто, и на этой базе строится вся индустрия. Тому, у нас принципі, только в этом разногласие. В том питании, как это должно функционировать, вы сходитесь в да, основном. И авторы собираются на свой съезд ежегодно, выбирают правление. Ясно, мы еще про это хорошо работаем, оставляете, сидят, убирают. Дмитрий. У нас разногласие только в усидительствах. У нас программа еще не закінчується. Мы еще підійдемо до обговорення закону и того, как это має правильно функціонувати. Насправді, ми мали зараз просто пояснити ту ситуацію, яка вже є, а ми вже перейшли на те, якою, словах, як воно має денег бути. Потенціально дуже багато. Ці гроші при правильном законопроекті, при правильном законі, їх буде багато, і ці гроші автори, исполнители і издатели музики можуть використовувати на благо всего общества, на свое, на продвижение музыки, творчества, ну, на усиление индустрии. Я перепрошую, да. Панове, у нас есть как раз люди, которые безпосередньо зацікавлені в том, чтобы все заработало на их користь. Группа «Фіолет», которая щойно повернулася из всеукраинского туру на поддержку своего нового альбома «True Love», заспевает нам свою песню. Всем привет. Группа «Фіолет», одна з їхніх
Це, звичайно, драйв не то, що на концертах, але, вибачайте, студія не дає можливості зіграти з повною підключкою, зі звичним для прихильників саундом. Тим не менш, ми продовжуємо спілкування на нашу тему, і я би хотів би дати можливість поставити питання журналістам, якщо вже такі назріли в студії. Поки що нікого нема. Максиме, може у вас є якісь питання? Так, доброго дня. Мене звати Макс Продеус, я з Радіо Культура, і моє основне питання стосується, власне, роялті, тому що перший блок програми, наскільки я зрозумів, він присвячений роялті. От саме роялті – це виплати. Вони для кого? Вони ж для авторів, правильно? Для авторів. І те, що ви робите, панове, воно ж спрямовано на добробут авторів, правильно? Наскільки... Не тільки авторів. Кого ще? І... Правообладателей, издателей, авторов. Существует много категорий прав, много видов и категорий прав. Авторские права, смежные права и так далее. И эти все права принадлежат разным группам людей. То есть всем тем, кто этими правами владеет. Мы сейчас говорим про авторские роялти. Я представляю авторскую организацию, поэтому мы собираем авторские роялти. Авторские и смежные права. Мы смежными не занимаемся. Но вы так называетесь. Ну, называемся, но смежными мы не занимаемся. Мы выплачиваем авторам. Авторам і іздателям. Основна мета вашої роботи – це те, щоб автори отримували гроші за свою основна роботу, правильно? Основна мета моя, і це я вже воплощаю в життя, превратити УАСП исключительно в інструмент для авторів і правообладателей для збору і виплати їх авторських роялті. І исключительно як сервісне агентство, і не більше. Тобто дуже проста функція – активно жестко собирать и выплачивать авторам и правообладателям, что, собственно, постепенно мы уже в этом смысле продвинулись достаточно хорошо. Ну, а в чем вы, власне, у вас конфликт интересов полягает в том, что вы конкуренты, правильно? У нас нет конкурентов. Есть разница в деталях. Я за то, и это мировая практика, учредителями общества коллективного управления должны быть украинские авторы. Авторы собираются на съезд, собирают свой авторский совет и назначают директора. Хорошо работает, окей, плохо трошки увольняют. Згодом, я перепрошую, да. Трошки згодом ми поговоримо про сам законопроект, про всі складнощі і так далі, про всі питання. Поки що маємо зробити перерву на рекламу. Ну, тож, це програма «Моя музика» на каналі М2. І ми продовжуємо говорити про авторські суміжні права в Україні. З'ясували вже, що ситуація зараз в цій сфері у нас не дуже оптимістично виглядає. І в нас у студії люди, які хочуть змінити ситуацію на краще. І от ми підходимо вже впритул безпосередньо до обговорення законопроекту номер 4461 про внесення змін до закону України про авторські та суміжні права. І от пан Юрій Нікітін хотів одразу щось дуже важливого нам Я хотів сказати, почати. Що дякую вам за ваші питання, і все замечательно. І ми всю першу частину програми говоримо о том, как сейчас, как все плохо, да, и хотелось бы уже поговорить о том, как сделать так, чтобы было хорошо, и что такое в принципе хорошо, да. И законопроект, о котором идет сейчас речь, который вдруг возник из ниоткуда, я тоже объясню, каким образом, который нам пытаются навязать сверху чиновники и изменить якобы, как говорит Дмитрий, все, что он говорит, это правильно. То есть, что он говорит, это правильно. Изменить якобы ситуацию к лучшему. И вот я вам в двух словах попытаюсь объяснить, что же в этом законе написано и почему этот закон вызвал шквал возмущения среди авторов, издателей, Евросоюза и американского правительства. Значит, написано в этом законе следующее, что сейчас есть 19 организаций, и это плохо, а после принятия этого закона будет одна – УАСП. Это первое. Эта организация будет заниматься всеми видами и всеми категориями прав. Это нонсенс, такого нет нигде в мире. Это написано в законе. Эта организация будет носить статус общественной организации, что означает, что ни одна юридическая компания, которая владеет правами, правообладатель, не может быть ее участником или членом. То есть 80% рынка правообладателей этим законом сразу удаляется. И куда переходят эти права, непонятно. И этот законопроект, почему он так важен, он просто вызвал глобальные дискуссии, да, на этот счет. Потому что существует директива Европейского Союза, согласно которой
Украина обязана принять закон, но не такой. И год назад группа экспертов из Евросоюза, Америки и прогрессивной части авторов и издателей музыки украинских вместе разрабатывали закон на базе проекта Twinings, который практически был доведен до совершенства и устраивал абсолютно всех игроков рынка. Потом этот проект закона, который должна была голосовать Верховная Рада, пропадает, и появляется законопроект 4461, непонятно кем написанный, и непонятно, откуда вообще в принципе пришел. Ну як там, є автор законопроекту Євген Рибчинський. Правильно, один из авторов. Но непонятно, кем он был обговорен. Потому что коллективное управление, я уже говорил в начале программы, и отличается тем, что только те, кто владеет правами, могут совместно решать, куда эти права передавать и как они должны там управляться. Я перепрошу, пане Юрію, пан Дмитро, впродовж всієї вашої промови активно заперечно жестикулює. Все абсолютно. Я не в курсі закону Twinning, не знаю, о чем там идет речь. Общественная организация, которая планируется УАЗ преформировать, основанная украинскими авторами, я не знаю, почему такой испуг у участия издательств. Объясню, почему. Права не у издательств. А у кого? У авторов. Авторы отлично его поддерживают. Я представляю организацию, которая называется «Общественный союз авторов и издателей музыки». Сколько у вас авторов? 50 авторов. У нас 5000 авторов. И мы, это не имеет значения. Как не имеет? Количество не имеет значения. Так потому о чем мы спорим? Мы не спорим. Я говорю о том, что есть базовые международные стандарты, которые работают во всем мире и дают авторам... Ни в одной стране мира нет одной организации. Юридические лица не являются засновниками организаций по коллективному управлению. Это неправда. Завтра придут этих юридических лиц... Это неправда. И купит то ли Трамп, то ли там еще кто-то. Это неправда, Дима. Это неправда. Нету такого. Это неправда. Ну... Мы, это неправда. Вы говорите неправду. Ни в одной стране мира нет ни одной организации. А вот тоже неправда. Ни в одной манипуляция. Члены есть такое общество СИЗАК. Да. Как минимум то, что мы нашли, точнее сделали запрос, около 30 стран мира представляют одна организация. С количеством населения? Нет, я тебе сейчас расскажу. Меньше, чем город Киев. Еще раз, я тебе расскажу. По порядку, ну почему мы как минимум? Алжир, например, там сколько населения? Хороший пример. Собирают 400 миллионов гривен на перерасчет на наши Британия, деньги, валюты. Британия, Франция, Германия, Польша, Соединенные Штаты Америки. Украины, Алжир. Ребята, и Сашко, внимание, аудитория многочисленная, канала М2. К сожалению, вот за год и глубокого анализа происходящего, Украины не существует на карте мира как субъекта авторского права. Здесь черная дыра. У нас не соблюдаются, у нас не выплачиваются. И мы вы же говорите, что вы выплачиваете. Мы копейки выплачиваем, Юра. Именно поэтому Европейский Союз написал директиву. И именно поэтому мы даже страна не третьего мира. Маленькая Беларусь собирает больше, чем мы. Европейский Союз больше, и американское правительство так не считают. Я не знаю. Они написали директиву, Европейский Союз, которые описали четкие правила игры. Говорят, ребята. Причем тут Европейский Союз? Я вот ни разу со мной с Европейского Союза никто не общался. Вы не пришли на круглый стол, Дмитрий. Я перестал ходить на вот конечно, эти конечно. Между собойчики. Американское правительство и представитель Еврокомиссара, это не между собой. Я не уверен, что рецепты американского правительства могут быть полезны Я не американское для украинского автора. Я послушайте стою меня. На позициях украинского автора и защищаю их интересы. Вы защищаете... Когда украинскому автору будет хорошо, когда карабасы-барабасы перестанут у них отбирать все авторские права, тогда и продюсерам, и издательствам будет тоже отлично. Вы уважаете, Дмитро, что если будет только одна организация... Это будет хорошо? Нет, в идеале, если бы мы были Германией и... Англии, конечно, в идеале, чтобы смежные права были в другой организации. Потому что они сложные, они составляют небольшой сегмент и так далее. Я не против вот этого. Вы видели, да, что государственная организация, которая есть сейчас, которая называется УАСП, Украинское агентство авторских и смежных прав. Она так называется. Ну, она так называлась и всегда. И о,
ты, кстати, исполняющий обязанности? Исполняющий обязанности. Исполняющий обязанности генерального директора этой организации заявляет о том, что они не занимаются смежными правами. Они не занимаются смежными правами. Мы не занимаемся. Но в идеале в законе 4461 написано, что именно УААСП будет единственная организация, которая будет заниматься и авторскими, и смежными правами. А, конечно, Юра, потому что создадится, говорим об этом, одно окно, и ты наконец-то станешь получать... в очереди. Очень, не в очереди, Юра. Тебе он достучаться, ты полгода деньги свои забрать не можешь. Конечно. С вас, понимаешь? Короче, расскажите про цю ситуацию. Чи це велика таємниця? Про що? Там мені всі просто вже дірки пробили в голові, Юра, ці питання. Смотрите. Мовляв, в УАСПі лежать гроші. Я розказую. Для Юрія Нікітіна, а Юрій Нікітін не хоче ці гроші забирати. Друзі мої, я хотів би ситуацію УАСПу оставити в покої, щоб ми зараз програму, нашу замечательную инициативу не превращали в рекламную кампанию УАСПа. А мы УАСП уже, это мы такая же все погано сказали УАСП про УАСП, это такая же организация, как все остальные. То все, что говорит Дима, его благие намерения, это правда. То есть, Дима, я верю в то, что Дима реально хочет сделать лучше. Но Дима, очевидно, не читал законопроект и то, что там написано. И если организация будет одна, украинским авторам не станет лучше. Украинским авторам станет не станет отлично, лучше. Юра. Это... И тебе, как продюсеру, давай станет лучше. Давай по очереди говорить. А, хорошо, окей. Я прошу прощения. Мне так подобается, как вы между собой находите спильную мову. Мы, наконец-то, через год встретились в прямом эфире. В жизни у нас что-то не получалось. Ну, вы не ходите на круглые столы? На обсуждение. Мне Порошенко проще дозвониться, чем до тебя. Замечательно. Вот. И... собственно, вот такая история. Плюс масса интересного вокруг этого законопроекта, как я уже сказал, происходит. Вот Диме не нужны консультанты из Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. А я, например, считаю, что опыт Евросоюза, где авторы зарабатывают много денег, и где на самом деле, вот как говорилось потому в начале, там одна коллективная... Организация. Но это неправда. Но есть еще по смежным правам. Это неправда. Ну. В каждой стране, объясню. Есть разные категории и виды прав. Есть авторские и смежные права. Да, вот в музыке есть одна авторская организация и одна организация, которая занимается смежными правами. Смежные права – это фонограммы, чтобы вы понимали. Такие же организации есть в театрах и кино. Такие же организации есть у драматургов. Таких же организаций очень много. И вы считаете, что треба разделить? Конечно. Нет, так, а здесь предлагается... По очереди давайте, друзья. А здесь предлагается все права, представляете? Права кино... Это, Юра, ты, вот тут ты манипулируешь, подожди. В законе так написано. Этот закон, во-первых, поправка к закону об авторских смежных правах. Одна организация коллективного управления, там четко написано, которая будет заниматься авторскими и смежными правами. Я даже не хочу дальше ничего продолжать. Конечно. Да, я не могу втрутиться в вашу дискуссию, потому что я читал закон, я понимаете, ничего не разумею. Я ответил немножко на ваш вопрос. То есть есть два пути развития. В двух словах. Так, подожди, вы хотите художниками заниматься или театром, Юра, я не могу понять. Европейский, международный опыт, где собираются авторы. Не Дима собирает авторов, так авторы собираются и выбирают Диму. Дима организовывает Дмитрий Костюк, просто этот процесс. Нанятый на работу менеджер и... чиновниками, однозначно. Не авторами. А, понимаете то разницу? Я перепрошу. Проблема в тому, що згідно закону, ні, я просто хочу скерувати в конструктивне русло, як мені здається. Згідно закону виходить, що це організація, яка не створена безпосередньо авторами. Зараз вона державна, звісно. Моя задача її превратити в общественну організацію авторам. На законному рівні. І останеться одна. І контролювати її будуть українські автори. Ні, контролювати її будуть чиновники. Яким образом, якщо вона буде общественна? Які поставили вас. Та поки вона государственна. Звісно. Там написано. В цьому законі не написано ні один механізм передачі. В цьому законі не написано ні один механізм роботи організації. Нічого немає. Просто давайте возьмем одну организацию, соберем туда все права и сделаем ее одной. И она будет заниматься драматургами, писателями, театрами, цирками, смежными правами, авторскими правами, музыкой, всем. Я это называю колхозный путь. Это колхоз. Это называется когда... в СИЗАКе мультиформатное это называется колхоз. Агентство. Нет, мультиформатное а вторая агентство. Вторая организация, второй тип организации называется европейский путь. Это когда есть музыка, собрались авторы, выбрали менеджмент, выбрали ставки роялти,
выбрали. Как делится Black Box? Юра, кто учредители вот в этом европейском пути? Авторы или юридические лица? Их много. Подожди, Дима, ты знаешь? Подожди. Сегодня... Правообладатели. Юра, сегодня авторы, ты мама мюзик, ты учредитель. Музыки. Пришел завтра, Сашко Положинский купил, и что? Уже не ты. И Сашко Положинский правообладатель. Правильно. Он владеет правами. А украинский автор, он есть сейчас... Он это был, популизм. Есть и будет. И это после... популизм. Это не популизм. Украинский юридические автор. Лица не могут Дима, быть учредителями. Я украинский автор. Я не хочу быть членом одной организации. Почему я должен Насколько быть я помню, членом в том законе написано, что там никого не загоняют никуда. Отозвал свои права и управляешь самостоятельно. Ты не можешь отозвать свои права и управлять самостоятельно, в том-то и вопрос. Да, ты обязан... Вот это манипуляция, конечно, Юра. Нет. Почитайте ты закон, отобрал... Дмитрий. Ну, я вот это помню четко. Почитайте закон. Ты отозвал свои права и самоуправляешь. Ты не можешь самоуправлять. Просто есть одна организация, будет одна организация, которая будет тоталитарно управлять всеми правами всех авторов в стране. Точка. Можно я тоталитарно покину точки нашей программы? Это программа «Моя музика» на канале М2. Юра, шановні гості, не перетворюємо на колхоз нашу програму. Це програма «Моя музика» на каналі М2. Якщо ви не стежите за нашими сторінками на Фейсбуці, то раджу туди завітати, тому що там уже в коментарях відзначилися і Оля Полякова, і Потап, і там уже своя дискусія, можливо, навіть гарячіша, ніж у нас. Але у нас є прекрасна група, яка називається «Фіолет», в якої є прекрасні пісні для нашої прекрасної аудиторії. І питання, ну, понятно, или нет? Але пізніше. Питання нічого не понятно. Непонятно или понятно? Yeah.
це група «Фіолет». Як це часто буває, за кадром у нас дискусія значно гарячіша, ніж в кадрі. Я не все зміг почути, про що говорили, дуже запально говорили наші гості. Але дещо я почув, і в цьому я бачу певний конструктив і користь від нашої програми. Пролунала пропозиція зустрітися без юристів, без Сашка, без камер і просто обговорити всі питання. Смотрите, это блестяще. Все, что говорит Дмитрий... Я перепрошую, у нас же ж вокаліст групи «Фіолет» мав своє запитання до вас перед тим, як виконувати пісню. У мене дуже просте питання, бо дуже багато юридичних моментів, багато законодавчих. От я впевнений, що нас зараз дивиться ціла генерація молодих музикантів. Можете їм просто пояснити? Молодий гурт, от, на зразок нас, ми 7 років працюємо, ми звучимо десь якісь кількості на локальних і всеукраїнських ФМ-ках і так далі. Куди нам конкретно йти, що робити, що з собою нести і так далі? По-перше, зареєструйте свої права в авторській організації. Але це... А які авторські організації? В одній із організацій на сьогоднішній день. Моя рекомендація в УАСП, тому що вона всю публічку збирає. А всі потім приходять к ній, забирають. Ну, це правда. До вас ваш союз може пройти групу? Смотрите, ви задайте ваш вопрос. Що робити з тим, як буде? Я вам об'ясню, чому я так... Деньги у нас. Ну, ви можете зареєструвати у нього, він прийде к нам. Я объясню, почему я так рьяно выступаю на телепрограммах, чего не делал никогда до этого. И меня вытащили. Никогда, когда не говорил об артистах, музыке и так далее. Потому что сегодня поворотный момент. Сегодня мы можем заложить основу правильной системе коллективного управления в стране. Услышьте меня. Исторический момент. Не то, что говорит Дима Костюк, потому что слова Димы Костюка, замечательного человека, не будут вписаны в законопроект. Их не будет в законе. Он вам скажет, но Дима не решает. Если в законе не будет прописано его замечательные слова и благие намерения, это все не о чем. А я считаю, все же это слово авторской спільноти. Группа «Фіолет». Вот есть группа «Фіолет», которая хочет зарегистрироваться, вы можете передать право собирать для вас авторское вознаграждение в любую из 19 организаций на сегодняшний момент, которую вы посчитаете... А где перелик этих организаций? Они есть, их можно найти. Которые вы посчитаете для себя необходимым. И прелесть этого момента в том, что вы решаете, кому передать. А когда примется этот закон, то вы не будете решать. Будет одна организация, куда вы должны будете принести права. И это правильно. Я так понимаю, что аргумент пана Дмитра в том, что эти 19 организаций – это фактически посредники между безпосередньо автором. Во-первых, это частные организации, там есть конкретные частные лица учредители. Мы пока державно… Вы говорите об УАСПе, который будет частной тоже. Я перепрошу, у нас дискуссия, а нам снова треба зробити паузу на рекламу. После рекламы мы продолжим. Це програма «Моя музика», канал М2, і у нас знову гаряча дискусія поза ефіром виявилася. Наші гості дискусували уже безпосередньо, апелюючи до фактів і цифр, але, на жаль, в ефірі вони не хочуть цього робити. У нас є запитання від журналістів в студії. Якщо можна, представтеся, бо хто ви, я, на жаль, не знаю. Добрий вечір, Марія Вовчок, Українське радіо. Запитання до пана Дмитра. Дивіться, якщо все-таки буде одна організація колективного управління, кого ви бачите головою цього ОКУ? Зберуться авторський з'їзд і вибори свої авторський совет. Але якщо вона буде державна, то, мабуть, буде... Поки вона державна, вона такою 100% не може бути. Тому той закон предполагає, що... государственная державная организация трансформуется в организацию авторов. То есть держава выходит из основников и заходят там 100 или 1000 авторов-засновников. Вы же сказали 5000. Нет, зайдут все 5, пожалуйста, если все приедут. А потом они собираются на свой съезд и выбирают авторский съезд, который выбирает голову, назначает директора. Будет это, может это будет Юру выберут, может кого-то другого, я не знаю. Меня не выберут. И мне очень жаль, что могут и Дмитрия не выбрать. И самое страшное, что этого в законе не написано. Ничего не написано о том, что будут собираться авторы и будут кого-то выбирать. То есть этого все ничего там нет. Написано, Юра, ну не манипулируй. Ну, Дима не читал законопроект, и мне очень жаль. У нас немножко неквалифицированная дискуссия. Я занимаюсь практическими вопросами. Первое. Увеличиваю сборы и выплачиваю авторские. Это правда.
Дима увеличивает сбор, и это правда, я предлагаю поаплодировать. Потому что, ну, реально, это правда. Сейчас даже те сборы, которые Дмитрий увеличил для авторов, чьи интересы представляет моя компания и я лично, они действительно выросли сильно. Вопрос лишь только в другом. Что вдруг почему-то Дмитрий назначил комиссию 40%. А потому что Юра не отдает нам даже в неисключительное управление. Смотрите, у нас мы каждый месяц, каждого 20 числа, как зарплату, порядка 2000 авторов выплачиваем авторские. Угу. Тут приходит письмо от Юрия Никитина. Прошу, у нас нету в каталоге его прав. Прошу выплатить мои авторские роялти. Серьезно, на 3 дня останавливается работа, ищут твои деньги. Поэтому, Юра, приходи. Чувствуете, что там происходит, что надо вот так искать именно мои деньги? Смотри, вот уже большие издательства, все приходят в УАСП. И от первичных документов распределения, к сожалению, пока еще все делается в ручном режиме. Я объясню, почему вот все, что говорит Дима, это плохо. И почему я боюсь, и те авторы, чьи интересы мы представляем, тоже переживают за то, что так же плохо и останется. Дурей. Почему? Останется одна организация, и главный человек в этой организации, менеджер, как Дима, нанятый на работу или поставленный чиновниками, будет сам определять размер роялти, кому авторский какие деньги совет выплачивать. Будет определять так. Авторский совет, вот, Юра. Сейчас вот, не определяет, а потом будет. Там будет авторский совет. Сейчас определяет. Не определяет, а потом будет. Сейчас... Я не верю. Тому ну, я верю, не верю. Тому я хочу зрозуміти, да. Який буде новий механізм розподілу зараз коштів. Зараз вже, думаю, найближчим часом ми презентуємо автоматизовану систему управління. Наконец-то в стране появится реальный каталог и реальных владельцев прав, где автор, где издатель, где продюсер, где субиздатель и так далее. И я думаю, что в ближайший там, год, если удастся, то есть мы сформируем бизнес-средовище, потому что нету реальных отчетов, отлично. Все у всех делается в ручном режиме. Я просто объясню, да. Что такое организация коллективного управления, с вашего позволения еще раз скажу. Это деньги авторов, правообладателей и издателей музыки, да. Которые пришли в одно место и которыми правообладатели управляют. Не Дима решает, какую систему поставить за деньги авторов, а вы, авторы, должны решить, ставить ли эту систему или не ставить. А вопрос лишь в том, что нас, авторов, никто не спрашивает. Я думаю, что авторы обрадуются, когда никто мы запустим не спрашивает. Эту систему. Эта система будет стоить $1 миллион, Юра, 10 миллионов Юра, почему, или 10 тысяч. Почему один ты как-то против? Я не могу понять. Я теперь понял, да потому я не что против. Ты 20-я АКУ. Я думал, ну что ж, все для Юры делаем, все для продюсеров, для издательств, для авторов, а ты против вдруг. Ты стал я один ряд честные с архитекторами игры. Хаоса, который есть. Юра. Отлично, замечательно, благодарю тебя. Я за честные, прозрачные за правила это. Игры. Я задаю за авторам это. Вопрос. Я говорю, друзья мои, почему вы не участвуете в дискуссии? Знаете, что большинство из них отвечает? Мы не понимаем. Мы не понимаем в этом вопросе. Это приблизно ты я сам, говорю, еще и я тут существует да, ли какой-то хоть один аргумент, который вы можете выразить? Они говорят, да. Мы хотим, чтобы было так, как в цивилизованном мире. Как в Европе, как в Америке, как в Англии. Да. Там я авторы хочу, чтобы получают... было как в Европе. Не перебивайте, да. Дима. Там авторы получают много и живут хорошо. Мы хотим, чтобы было как там. Дима же хочет тоже, но только предлагает колхозный путь. У всех забрать права в одну организацию да и в Советский Союз. Дмитро обещает забрать через сколько роки Димины почати слова збирати півтора мільярда гривень, наскільки я пам'ятаю. Димины слова не написаны в законе. Дима хороший, уважаемый мной человек. Но это ничего, это его желание. Но эти слова не пишутся в закон. У нас уже тягнутся руки в аудитории. Я думаю, скоро ведущий взагалі буде не потрібен. Ну, давайте дамо слово комусь із присутніх тут людей. Добрий вечір, я не журналіст, я музикант і автор якраз. І от мені цікаво, як музикант і автору, це перше запитання, як ви працюєте з авторами? Ви кажете, що автори мають до вас прийти. Ну, але очевидно, що не всі автори, наприклад, от хлопці, вони автори. Можна коротше музика в ефірі звучить, правильно? Угу. Хто з ними працює, як Переходимо к тому, що звучить в ефірі. Так, це перше запитання. По-друге, я дуже дякую, що підняли це запитання. Крім того, що я музикант і автор, я ще працюю в Національному симфонічному оркестрі. І от подібна ситуація трапилась в галузі творчих колективів, тому що закон 2669 прийняли рік тому назад. Неважно, не думайте про це, просто його прийняли.
Але так само от його трошечки не дочитали, чуть-чуть не додивились, дещо не додумали, і тепер вся галузь творчих колективів знаходиться на грані розвалу, тому що ця контрактна можна, будь система, ласка, трошки коротше, а що ви одного хотіти услышати? Щоб цей закон обговорювали з авторами, і щоб не було такого, що ви, наприклад, як представник державної організації, кажете, я закон не читав, я займаюсь практикою. Дякую, пане Дмитре. Та як читав, це може бути? Я читав закон просто в безполезних дискусіях, я перестал участвовать, у меня очень много времени занимает внутренняя работа. С Юрой на отдельное всегда готов и с продюсерами эту тему обсуждать, но не здесь. Музыкантов, яких нема продюсеров, им тоже треба якось. По поводу авторов, смотрите, ситуация с выплатой роялти у нас катастрофическая. То есть есть у нас такой уважаемый Дима Шуров, приходит его представитель, говорит: Дима, я договорился с одной радиостанцией, у меня там мега-ротация, не буду ее называть. Где мои авторские роялти? Я звоню в отдел сбора, говорю, сколько платит радиостанция? И я говорю: Дима, если бы она прозвучала 150 раз в месяц, это самая горячая ротация, 5 раз в сутки, ты бы получил 2 гривны 60 копеек за это. Я хочу сделать, не знаю, заявление, новость и все. Все радиостанции Украины, все, я даже не буду выделять, все платят всего лишь 66 тысяч гривен авторских роялти. Поэтому в, рик, в месяц? В месяц, в месяц. То есть это сумма, которую даже в Excel распределить практически невозможно, это все превращается в сотые тысячные копейки. Поэтому с 1 января мы отозвали все свои лицензии и разрешения на западный репертуар. С 1 января законодательно в эфире украинских радиостанций смогут звучать только украинские артисты. Неважно, на каком языке они поют. Это замечательно. Но я позволю себе маленькую реплику. Вот смотрите, что опять говорит Дмитрий. Что он отзывает западный репертуар. А в новой организации, которая будет после законопроекта 4461, он говорит, будут только украинские авторы. Засновниками будут украинские авторы. А где же западный репертуар? Как же он там появится? Еще раз. В Германии засновники ГЕМы немецкие авторы. Ясно. Но они представляют всех авторов. Здесь будут засновники украинские авторы, которые будут представлять всех зарубежных авторов. По-моему, это все еще только ускладнее разумение ситуации. Да, конечно. Потому что мы говорим не о том, понимаете? Юра, юридические лица. Юридические лица. Вы хотите. Мы говорим о том, как плохо, какой Дима молодец, как он сейчас собирает 64 тысячи гривен. Не, это все замечательно. Друзья, если мы примем неправильный закон, не будет денег вообще. Вы все будете выстраиваться в очередь в одну организацию, ходить по кабинетам и выпрашивать свои деньги. А вам будут говорить: нет. Юра, ну не надо о прошлом говорить. И не будет никогда альтернативы. Да, прошлый Юра, директор УАЗ... Юра, прошлое это было прошлое. Прошлое это было год назад. И из УАСПа, я не знаю точную цифру, пропало то ли 14, то ли 30 миллионов гривен. Просто пропали. Юра, ну вот, это было полтора или два года назад. Сколько? Это, собственно, предыдущее руководство сняли, пропало 15 миллионов гривен. И что? Сейчас, и можно у меня вопрос, нет. И что? Ну, там до суда дело дошло, это откуда я знаю. Понимаете? Тогда. А теперь представьте, эта организация одна, она одна, из нее пропало 15 миллионов гривен, и никто из авторов... Никто из авторов ничего не может сделать. И никто. С моим приходом все пропажи прекратились, все схемы я закрыл. Я искренне верю в это. Все. Поэтому все нормально. Авторская Только, спилота. Друзья, мы против одной организации. Давайте сделаем две или три. И авторы сами будут решать, кому отдавать свои права. Сами. Они принудительно должны будут сразу, еще родившееся дитя песню, сразу отнести Диме. Ну почему? Я не хочу. До речі, чому я думаю, до речі, все-таки поговоримо про майбутнє. Дуже зацікавила мене оця от новина, що з 1 січня ви відкликаєте всі права на... Да, у нас, у мене на столі лежать контракти, апостилірувані договори з Фредді Меркурі, Стінгом, Елтоном Джоном, Пол Маккартні, в общем, Мадонной, со всеми, в которых у вас появились все полномочия разрешать или запрещать и использовать их авторские доробки. Украинских авторов и исполнителей мы оставляем, мы не запрещаем, а с радиостанциями, надеюсь, до конца Нового года произойдет какой-то диалог. Да. Все права, которые Дима перечислил,
они попадают в УАСП, в Украину, через так называемое общество СИЗАК. Не и, через часто, общество, конкретно, не через СИЗАК. Но, да, СИЗАК, Атан, Ливан, СИЗАК да. это объединение авторских обществ разных стран, которая сотрудничает с УАСПом. А почему СИЗАК сами с УАСПом? Ну, потому что мы члены СИЗАКа. Государственные члены СИЗАКа. Это исторически. Это давно, это дадим и 100 лет назад. Таких организаций две в стране. Не одна, как УАСП любит говорить, а две. Синема, кинематограф. Синема не является членом. Членом СИЗАКа не является. Они ассоциированы без права голоса, а мы с правом голоса. И УАСП. Так вот, когда этот законопроект 4461 увидели в СИЗАКе, они написали письмо, что СИЗАК выступает категорически против этого законопроекта и никогда его не поддержит. Но это же письмо написали... Мені цікаво, ну, вибачте, мені цікаво, это... чому саме з УАСПом співпрацює СИЗАК, якщо у нас є 20 організацій. Это исторически, еще со времен Советского Союза. Не, где-то в 2003 году. Это давным-давно. В 2003 году потому что УАСП была одной большой организацией. Монополистом. Да, монополистом. Раньше был ВААП. Да, ВААП. И авторы получали огромные деньги, да. Потому что была одна организация. Я потому что был крутил. Советский Союз. Да, ты Советский Союз. Крутил, Юрий Антонов играл, получал много на денег. На танцах играл? Советский Я тоже. Союз. 5% мы несли. И все-таки платили вам. Стосовно монополізації ринку. Это ничего не связано с профессиональной ринку. Деятельностью. Это связано... Стосовно монополізації да. ринку, в мене питання. І, наскільки я знаю, законопроект пройшов комітет да. антимонопольний, так, у Верховній Раді? Потому что там... Вони там не побачили ніяких корупцій. Ви понимаете, там є некоторі моменти. Це по корупції. Да, там происходят очень серьезные манипуляции. Очень серьезно. Я не буду засорять ими эфир. То есть там... Недоинформация поступает, понимаете? Там некоторые позиции удаляются из законопроекта. Угу. Я не разбираюсь в этих историях. Зрозумію. Короче, это монопольный закон, который монополизирует как раз... всю историю, связанную с организациями коллективного права. Дякую. И как раз монопольное положение думаете? Выдает наибольшие сборы для авторов и издателей. И у нас еще есть трошечки часу, чтобы послушать... Групу «Фіолет» з їхньою ще однією прекрасною піснею. А позитивна нота в кінці. А вона ще буде. Вона ще буде. Ще не кінець. Це ще не кінець програми. Ну. Це ще тільки третя пісня від «Фіолета». Все як у сторінці. Дні за днями, фільми з почуттями, ти жмуришся. Хто був тут до нас, і хто прийде за нами, не щуєшся. Вчора ще були, тебе лягали піснями, хвилююся. Хочеться на вихідні до мами. Передавай привіт, моє останнє літ, коли я можу мовчки на потяг сісти, так ти останнім рейсом мені не шукати сенсу цих прибитих пиламнях і врешті гоу! Say
Просторіться дні за днями, фільми з почуттями, ти ж муришся. Хто був тут до нас і хто прийде за нами, не чуєшся. Вчора ще були, тепер лягли піснями, хвилюються, хочеться на вихідні до мами. Дякую. Ну, можна одне з впевненістю сказати, що своя користь від нашої програми уже є. Наші гості вступили нарешті в безпосередній діалог. Дмитро Костюк, Юрій Нікітін. Будь ласка, на завершення по кілька слів на задану тему. Я би хотів сказати тільки одне. Я хотів би обратитися до всім авторам цієї замечательної великої країни і сказати, що, друзі мої, ніхто не може за вас рішати вашу судьбу. Ви, автори, повинні самі определяти, кому передать свои права и на каких условиях. И не может быть такого, что вдруг возникает законопроект, который разработали чиновники, и теперь будет одна организация, в которой менеджер будет решать, какие роялти вам платить, какую комиссию брать, 20%, как сказал Дмитрий, да, кому-то 30%, а кому-то пусть 40% заплатит, а кому-то 50% вот заплатит он. Такого не должно быть. Условия для всех должны быть едины и равны. Каждый правообладатель, каждый человек, субъект или объект, который владеет правами, должен иметь право ими распоряжаться. Дякую. И управлять. Дякую. Точка. Дмитро Костюк. Я хочу также обратиться к авторской спільноті и, собственно, пригласить тех авторов, которые еще не присоединились к единственной авторской организации УАСП, для того, чтобы, объединившись вокруг нее, превратите ее в вашу авторскую общественную организацию, в которой вы лично будете управлять своими авторскими правами, также поддерживать своих зарубежных коллег и управлять и назначать менеджера, которого выберете, и который будете вы устанавливать ставки и все остальное. На самом деле у нас с Юрием Никитиным в этом смысле нет никаких разногласий, есть разногласия только, в том, что организация не может быть одной. Я тоже сподіваюся, что после закінчення нашей программы ваш конструктивный диалог продолжится и завершится, можливо, навіть зараз рукостискання. Да у нас задоволення. А ми закінчуємо перший випуск програми «Моя музика» на каналі М2. Не все вийшло ідеально за формою, але за змістом було цікаво, насичено і змістовно. Сьогодні у нас були в гостях Юрій Нікітін, Дмитро Костюк, група «Фіолет». Прекрасні гості в студії, прекрасна аудиторія біля екранів телевізорів. Не забудьте увімкнути свої телевізори на каналі М2 наступної середи. О 22:00 будемо говорити про квоти на радіо, чи працюють квоти на україномовну музику. Це був Олександр Положинський спеціально для вас.